6. Быстрые болиды вперед! Добро пожаловать на Формулу-1! Привет от самого быстрого итальянца в мире тачек! Раскрась, Франческо, используя подсказку! Франческо Бернули. Место жительства – Италия. Навыки – быстрый и неутомимый участник гонок Формулы-1. У него азарт истинного чемпиона. Франческо обожает приходить к финишу первым. Особенности. У этого болида невероятно мощный двигатель. Его мало кто может опередить. А от вида его открытых колес девушки приходят в восторг. Соперники на трассе, друзья в жизни. На телешоу «Мело Дорадо» Франческо бросил вызов Молнии Маккуину, призвав его участвовать в гонках мирового гран-при. Насмешки ретивого итальянца звучали очень обидно, и Молния решил принять вызов соперника. Яркие огни Токио. Во время гонок Франческо не переставал дразнить соперника. Если Молния – скорость, то Франческо – моментальность. Самоуверенному итальянцу удалось выиграть первый заезд. Правда, случилось это по вине метра. Это честный спорт. Во время гонки в Радиатор Спрингс соперники стали друзьями. Франческо и Молния могут быть противниками на гонках, но в жизни они уважают друг друга, как истинные чемпионы. Крутой поворот. Гонщики умеют резко и быстро проезжать крутые повороты. Посчитай и запиши количество точек одного цвета на каждом участке дороги. Самая короткая траектория – путь к победе. Вот так! Страсть к гонкам! Скоро начнется гонка, а Франческо что-то совсем расклеился. Расставь части картинки на правильные места, чтобы помочь Франческо собраться и выиграть гонку. Превосходно! Такие разные, но друзья! Франческо и Молния – соперники на любой гонке. Рассмотри обе картинки и найди на них 10 отличий. Thank you.
Верно! Следы шин. Каждый гонщик оставляет свой уникальный отпечаток шин на гоночной трассе. Рассмотри повнимательней отпечатки шин и разгадай, кому они принадлежат. Перетащи каждого гонщика на свой отпечаток. Так держать! А ты знаешь, чем герои тачек любят полакомиться? Об этом тебе поведает комикс. Пьедестал победителей. Молния Маккуин всегда взволнован, когда поднимается на чемпионский пьедестал. Пройди по дорожкам вместе с чемпионом и найди тот путь, который ведет к первому месту. Превосходно! Кубок Большого Поршня. Первая победа Молнии Маккуина состоялась на состязании Кубка Большого Поршня. Помоги ему воссоздать кубок победителя. Посмотри внимательно на образец и выбери тот путь, пройдя через который гонщик соберет все части кубка. Здорово! Посмотри внимательно на молнию Маккуина. Запомни это выражение лица. Это лицо победителя. Найди такое же выражение лица молнии внизу. Ты чемпион! Плохие парни схватили Метро. Теперь эвакуатор в опасности. Помоги ему. Раскрась картинку по точкам. Посмотри внимательно на картинку. Перетащи ее фрагменты на правильные места. Верно! Автомобили, которые участвуют в гонках Формулы-1, очень быстрые. Они сочетают в себе легкость кузова, большую мощность, хорошие аэродинамические свойства и шины высочайшего качества. Спойлеры. Они увеличивают прижимную силу, которая помогает шинам оставаться на поверхности дороги. Штатив для камеры. На нем стоит видеорегистратор, передающий изображение с места над водителем. Воздухозаборник двигателя. На максимальной скорости двигатель Формулы-1 всего лишь за одну минуту поглощает столько же воздуха, сколько помещается в 600 воздушных шариках.
Тормозная система управляется одной педалью тормоза. Подвески улучшают плавность хода и управляемость машины. Кабина – место, где сидит водитель. Гоночные шины меняют во время гонки по нескольку раз, потому что они быстро стираются. В арсенале шиномонтажников найдутся шины для любой погоды. Шины для сухой погоды. Они имеют гладкий рисунок протектора. Промежуточные шины. На их протекторе есть не очень глубокие бороздки. Они предназначены для слегка влажных поверхностей. Дождевые шины. У них глубокие дренажные канавки, которые предназначены для отвода воды на мокром асфальте. Шины у машины. Рассмотри фрагменты протекторов гоночных шин. Догадайся, для какой погоды они предназначены. Расставь условные обозначения погоды на правильные места. Ты чемпион! Служить и защищать. Полицейские Майк и Диди охраняют спокойствие на дорогах. Соедини точки, и ты увидишь героев дорожного патруля. Так держать! Дорожные знаки. Майк и Диди расставляют дорожные знаки по местам. Найди тот, который стоит не на своем месте. Подсказка: у этого знака нет пары. Умница! Для того, чтобы уберечь машины от неприятностей, на парковке делают ограждение места стоянки. Соедини каждую группу одноцветных щитов линией. Щиты какого цвета окружают все машины? Молодец! Майк и Диди ограждают опасные участки дороги полицейской лентой. Определи, с каких лент взяты фрагменты и перетащи их на правильные места. Здорово! Прочти интересную историю о новых приключениях героев тачек. Не пропусти интересные задания! Какой из этих фрагментов дополняет сцену? Верно! Найди на рисунке флаг Великобритании. Умница! Хочешь выполнить все задания заново?
Нажми на кнопку «Начать сначала». Еще больше историй о знаменитых тачках в следующих выпусках журналов.